Привет. А вы что, тоже пришли видео посмотреть? Ну, давайте посмотрим. А, ребята, у меня для вас ничего нет. Привет. Знаете, даже если вы вышли одни, то вы не почувствуете себя одиноким среди какой-то пустынности. Такое ощущение, что вы не одни, потому что вот это вот состояние единения с природой, оно потрясающее. Как же я обожаю Академовский лес. Это невероятное количество запахов. Эти звуки птиц, которые распевают здесь свои песенки, общаются между собой. И такое ощущение, что ты тоже погружаешься в этот интересный мир, пропитываешься им. Это здорово, друзья. Выходите чаще в лес. Это правда великолепно. Идешь себе по лесу, а тут хоп, и чей-то домик, и с подручных средств. А вон там еще один домик. Ребята, это же снегири, мои любимчики. Ой, гини классный. Вон сюда. Эй, не улетайте. Эти фонарики. Вот они, дружочки-пирожочки, красногрудые.